Стать победительницей конкурса красоты – мечта каждой девочки. У Екатерины Понеже она исполнилась, но только после замужества и рождения ребенка. Сегодня в аэропорту Симферополь ее встречают друзья и близкие. Катя везет домой корону победительницы. Конкурс «Миссис Жемчужина России 2017 состоялся в Карелии. Екатерина отправилась сюда после победы на первом этапе, который проходил здесь, в Крыму. Уже в Петрозаводске за корону боролись 24 участницы со всех уголков России. Из них 10 – категория «Мисс» и 14 – категория «Миссис». Конкурс красоты – это не просто состязание за титул красавицы. Это еще то место, где можно и нужно показывать, на что способна каждая претендентка. На первом этапе Екатерина Понеже удивляла жюри рассказом о себе в форме стихотворения. Учитывая, что опыта в таком жанре у девушки нет, зал рукоплескал стоя. А теперь я о главном начну. Не видала я лета у моря. Только к подушке прильну, сразу грезится мне эта осень, как в Карелию я полечу. Выбираю фасоны, наряды, состригаю я челку свою, собираю свои чемоданы, и вот долгожданный момент. В аэропорту смотрю на экраны, а рейса в Карелию нет. О нет, не хочу, разбудите! Это какой-то страшный сон. Я хочу, я могу, я буду в Карелии Крым представлять. После приветствия нужно показать творческие номера и дефиле в национальном костюме. Совсем миссис Жемчужина России справилась на ура. Рядом в холодной Карелии согревали красавицу самые близкие – дочь и супруг. Я ее очень-очень люблю, и она очень-очень красивая. Муж самой красивой замужней женщины. Такому статусу Альберт, супруг Екатерины, рад. Всегда удивлялся ее неиссякаемой энергии. Катя успевает работать, воспитывать дочь и быть примерной женой и домохозяйкой. Я горжусь этим, очень горжусь. Горжусь тем, что жена моя представляла Крым и представляла именно наш город, да, Евпаторию. Она вкладывает очень много времени именно в дом. Вот, как бы для семьи все время старается. Я, честно говоря, не знаю, как она успевает это все сделать. На конкурсе разыграли 3 короны. Все 3 отправились на полуостров. Гран-при «Миссис Жемчужина России 2017» получила жительница Севастополя Екатерина Рублева. Гран-при «Мисс Жемчужина России 2017» завоевала Анна Розовая. Следующих красавиц из Крыма будет выбирать Екатерина Понеже. Она стала членом жюри конкурса элегантности, красоты и туризма «Миссис Жемчужина России 2018». Мэри Бадунс, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.